Объединение болельщиков южной трибуны стадиона «Леон Сатурн» произошло задолго до старта сезона. «Пришельцы с юшки» – так назвали себя фанаты черно-синих из нового объединения. Они собрались 11 марта на стадионе. Здесь состоялось веселое и теплое посвящение в болельщики. Добро пожаловать в единую семью «Леон Сатурн». Всегда рады вас видеть на трибунах и постараемся вас радовать красивой, интересной и, самое главное, победной игрой. Поддержка с трибун очень важна для игроков. Они любят и уважают своих болельщиков, и эта любовь взаимна. Я вообще уже лет 20, наверное, болею за родных черно-синих, поэтому, конечно же, у меня болеет и дочка. Мы все время на трибунах, все время поддерживаем нашу команду. Перешли потихонечку на семейный сектор. Очень любим «Сатурн», очень ценим. Поэтому, конечно, мы не могли не поучаствовать в таком мероприятии, как сегодняшнее. Болельщики получили подарок к старту дивизиона «Б» «Леон» второй лиги. Теперь на матчах будет еще шумнее. За черно-синие цвета и дожди в холодный сектор. За войну! Мы стараемся объединить молодежь. То есть у нас подростки 14, 15, 16 лет, до 18 лет. Все, кто 18, как правило, у нас на западной трибуне с ребятами. Вот. Важно еще почему. Потому что многие ребята сейчас сидят в телефоне. То есть понятно, да? А это живое общение. Это, то есть, на трибуне не передать, в общем, словами то, какие эмоции получаешь на матче. Участники мероприятия получили фирменную атрибутику из рук игроков. Привлекать на матчи можем только мы своей игрой, победами. Будем выигрывать всегда, болельщики будут ходить. Я думаю, полную чашу можем собрать без проблем. Приятным сюрпризом для болельщиков стала лотерея с подарками и автографы игроков на память. Пришельцы с юшки к старту дивизиона готовы. Теперь дело за черно-синими. Андрей Пластунов, Евгения Маевская, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.